Дом с историей. Почти 100 лет назад большевики провели здесь Поволжскую конференцию под руководством Валерьяна Куйбышева и Андрея Бубнова. После нее почти всех участников арестовали. Этот факт из жизни здания открылся самым неожиданным образом. Мой именно свекор стал переделывать печку. И лом у него куда-то пропал. Он побежал к соседу, с соседом чуть ли не до драки. Лома нету. Ну, в результате, значит, сломали стену, и обнаружился там печатный станок, где это, по-моему, «Искра» газета печаталась. Жители сами добились признания дома памятником истории и ухаживают и за ним, и за территорией вокруг с особым трепетом и любовью. Чтобы этот дворик стал самым уютным в Самарском районе, говорят люди. Только растаял снег, вышли на уборку. Хороший пример подхватили и соседи, даже самые юные. Чтобы было хорошо, чтобы наша эта территория, чтобы была чистая. Сначала очистят двор от мусора, потом начнут его украшать. Своего часа уже ждет рассада цветов. А потом в уютном дворике можно будет устраивать соседские чаепития с плюшками и пирогами. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Максим Гусев, События.